Развитие корпоративного спорта, строительство недорогих плоскостных спортивных сооружений при школах, подушевое финансирование, туристический кэшбэк позволят увеличить вовлеченность граждан в массовый спорт. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяка на заседании Совета при президенте России Владимире Путине по развитию физкультуры и спорта. Необходимо усиливать роль региона в развитии массового спорта. Для этого, считаем, необходимо увеличить расходы, в том числе на госпрограммах, связанных с физкультурой и спортом. И это не только строительство спортивных объектов. Это и обмен между регионами лучшими практиками, и организация межрегиональных соревнований, и представление грантов наиболее активным участникам. Также глава Приморья отметил принятое президентом решение о минимальной доле расходов регионов в 2% от бюджета на физкультуру и спорт. По его мнению, это очень серьезная и системная мера. Действительно, нужно двигаться дальше, обеспечивать сопоставимые условия для занятия спортом от Калининграда до Владивостока. Это возможно в первую очередь, если мы начнем использовать модель подушевого финансирования. Это принцип: деньги, оплаченные государством услуга, идут конкретно за человеком. И разрабатывать модель нужно, конечно, аккуратно и тщательно, чтобы не утратить, так сказать, ячейки, где занимается спортом не очень много людей. Чтобы, например, спортивную секцию, где занимается всего 10 детей, из-за нерентабельности не закрыть. Комиссия Госсовета совместно с правительством России и Минфином прорабатывает этот вопрос и планирует представить его вам на следующем заседании. В завершении своего доклада Олег Кожемяка поблагодарил Владимира Путина за предложение в 2 раза увеличить объем туристического кэшбэка для тех, кто приезжает в дальневосточные регионы. Анна Дьякова, новости на 8.